Больше 16 400 000 услуг оказали в этом году жителям Южного Казахстана госорганы. Около 7 миллионов в электронном виде. Это почти 43%. Третья часть всех услуг приходится на долю центров обслуживания населения. По данным областного департамента ЦОН, в этом году ими выдано больше 540 тысяч электронных подписей. Это на 100 тысяч больше, чем год назад. Около 1 000 000 услуг оказано через секторы самообслуживания. Людей, которые получают электронные услуги, стало больше. Не обязательно получать даже электронные цифровые печати. Можно через портал получить одноразовый пароль. Жителям, которые находятся дома или на работе, это очень удобно. Они экономят время и деньги.